Праздничная предновогодняя яркая ярмарка «Мама Маркет» прошла в Одинцово. Ее главными инициаторами выступили активные мамы нашего района, для которых декрет – не время для скуки. Сегодня наш ежегодный, уже можно сказать, новогодний «Мама Маркет», потому что мы его проводим уже третий раз. Сегодня мы на новой площадке, это КСЦ «Мечта». В этом году мы сделали несколько игровых зон детских, сделали детскую зону с мастер-классами. В каждой зоне можно было найти занятия по душе. Мастер-класс по украшению елочной игрушки пользовался особой популярностью у маленьких гостей. Я украшала своего лисенка Пузика, чтобы он как бы висел на елке, и ну, у него было хорошее настроение. А кому ты готовишь этот подарок, себе или кому? Себе, чтобы это был мой любимый шарик. В течение дня для мам проводились полезные лекции. Специалисты отвечали на вопросы женщин, которые уже стали мамами и которые планируют беременность. Можно было не только насладиться атмосферой праздника, но и приобрести подарки, сделанные одинцовскими мастерицами. Ну, во-первых, дом скучно, здесь как бы интересней. И мне кажется, подарок оригинальный, который делают различные мамы-мастерицы, намного будет приятнее, нежели чем пойти и купить что-то банальное в магазине. Интересно посмотреть, чем занимаются мамочки одинцовские, что делают мастерицы наши. Все хочу посмотреть, вдруг найду для себя что-то интересное, что-то в подарок перед Новым годом. Сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, пройти по подиуму в новогоднем наряде, принять участие в конкурсах, выиграть памятный подарок – все это смогли сделать участники «Мама Маркета». А главное – получить положительные эмоции перед наступлением самого любимого праздника – Нового года. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».